В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нас завітала професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації Одеського національного медичного університету, лікар спортивної медицини вищої категорії та ЛФК Ольга Геннадівна Юшковська. Вітаю вас, пані Ольго. Здравствуйте. Сьогодні будемо говорити про так званий післяноворічний синдром. Адже Новий рік вже позаду, святкові страви вже минули усіх. Тепер потрібно думати, як прийти у звичайний життєвий ритм. Тож поговоримо, як правильно це зробити, щоб взагалі не завдати шкоди організму. Тож, на вашу думку, які заходи перш за все повинна людина вжити, щоб прийти в ось цей нормальний спосіб життя? Можливо, прибрати всю калорійну їжу з холодильнику та перейти на певні дієти, але як правильно це зробити? Вы знаете, Василий, вы поднимаете очень важный вопрос. Дело в том, что сейчас два самых обсуждаемых вопроса среди абсолютно всего населения этой страны. Первый вопрос – это что делать с теми килограммами, которые набрались за новогодний марафон, да, я называю это пост-оливье синдром. А второй вопрос – что делать с этим локдауном, как быть с ковидом. И, кстати, эти два вопроса очень хорошо между собой связаны. На самом деле мы с вами понимаем, что, конечно же, избыточно масса тела, лишние килограммы, они усложняют жизнь не только владельцам этих самых килограммов, потому что им некомфортно как-то двигаться, дышать или жить. Они напрямую связаны с ковидом. Было уже доказано, что люди, страдающие избыточной массой тела, переносят ковид гораздо сложнее. В этом контексте показательная история с Борисом Джонсоном, да, который, переболев ковидом и страдая избыточной массой тела, всех жителей своей страны посадил на такое, в общем-то, определенное ограничение в питании, большее количество велосипедных прогулок, меньшее количество поездок на автомобиле, и это актуально. Действительно, сейчас, когда мы говорим о вирусной угрозе, мы говорим о том, что избыточная масса тела – это один из факторов, отягощающих течение ковидной болезни. Поэтому что для нас важно? Для нас важно сейчас, вот в этом состоянии, в котором мы немножечко чуть-чуть поднаели в течение этих двух недель. А почему люди поднаели в течение этих двух недель? Ну, во-первых, это праздники, марафон праздников. Во-вторых, это алкоголь. В-третьих, это банальное желание как-то избежать вот этих психологических проблем, которые существуют под гнетом локдауна, его все ожидали, и так далее. Что теперь делать? Первое – это не пытаться сразу закрыть холодильник, выбросить все продукты и отказаться полностью от какой-либо еды, от правильной или неправильной. Почему? Потому что это однозначно не сработает. Выходить, как и входить в это состояние, нужно постепенно. Что чаще всего рекомендуют специалисты в области оздоровления, в области питания, для того, чтобы вот из этих марафонов выйти плавно и спокойно. Во-первых, делать это постепенно. Не нужно принимать решение с понедельника, с завтра, вот прямо с сегодня опустошить холодильник и ничего не есть. Ничего не есть – заранее провальная стратегия. Потому что если вы ели перед этим, начиная с католического Рождества и заканчивая вот фактически старым Новым годом, да, то есть как бы потом вдруг в один момент перестать есть невозможно. Вы знаете, что хорошо работает в таких ситуациях? В таких ситуациях хорошо работает сбалансированное питание, это во-первых. Вы знаете, мы сегодня обсуждали очень интересную тему. Генеральная ассамблея ООН назвала этот год 2021, она назвала его годом овощей и фруктов. Это очень интересная тема, на самом деле. Задумайтесь, год овощей и фруктов во всем мире, международный год. К чему мы хотим привлечь внимание? Мы хотим привлечь внимание к тому, что в рационе наших соотечественников, да, и неважно, украинцев, европейцев, американцев, в любом контексте, очень небольшой процент еды правильной. Я вообще не сторонник делить еду на правильную или неправильную, потому что в любой еде есть какой-то смысл, да, есть получение удовольствия, есть энергетическая поддержка, да, но тем не менее надо стараться формировать свой рацион таким образом, чтобы продукты в нем не просто насыщали наш живот и давали нам эстетическое удовольствие, они обеспечивали нашу потребность. Поэтому пункт номер один. Давайте постепенно от калорийных высоко
высококалорийных салатов с майонезом, да, которые мы так все любим за новогодним столом, от высококалорийных сладостей, перейдем к тому, что позволит нашему организму немножечко разгрузиться. Да, вот те самые легкие овощные салаты, вот те самые крупы, углеводы, да, как мы не хотим, как мы не стесняемся нашей любви к каким-то кашам, это замечательный продукт для завтрака, замечательный продукт для обеда, как гарнир. Это хороший вариант, да, поэтому пункт номер один – продолжать есть, но продолжать есть более правильно и в соответствии с теми потребностями, которые у нас существуют. В останній час серед багатого спектру дієт популярності набирає інтервальне голодування. Фахівці зазначають, що таке голодування не завдає шкоди організму. Як ви ставитесь до такого методу та які його переваги або недоліки? Вы знаете, это очень интересное направление. Насчет диет. Вот я вам хочу сказать, что мы привыкли считать, что диета – это на самом деле что-то 3-5-7-дневное, на котором мы с ужасом сидим, потом, когда оно заканчивается, с радостью начинаем жить. На самом деле, вот все эти диетические стратегии, они работают только тогда, когда они являются не какой-то разовой акцией на несколько дней, недель или месяцев. Любая диетическая стратегия работает тогда, когда она является частью нашей жизни и не ставит перед собой цель избавиться от 2-3-5-7 килограммов. Я расскажу уважаемым телезрителям, что ежегодно, уже на протяжении последних 13 лет, американские диетологи, они составляют такую пирамиду, они называют это топ-30 диет для каждого года. И эти диеты, конечно, оцениваются и потому, как сбрасываются килограммы, но это не главное. Во главу угла этих диет, оценивающие их влияние на организм человека, ставится не только потеря килограммов, а ставится позитивное влияние на существующие заболевания. И вот десятка диет на 2021 год, которые рекомендованы, которые использованы, которые желательны в плане диетической концепции поддержки здоровья, она представлена каким образом? Конечно, первое место уже очень-очень много лет, меняясь с первого на второе, занимает средиземноморская диета. Всем нам хорошо известно. Это прекрасный диетический план, в котором много рыбы, в котором мало мяса, в котором много овощей, очень много масла, да, оливкового масла, оливков. Это прекрасный диетический план. А дальше его поддерживает, всегда меняясь с ним, очень интересная диета. Она называется DASH-диета. Диета, которая противодействует, профилактирует гипертензию, повышенное артериальное давление. Мы знаем это. Уменьшенное количество соли и уменьшенное количество трансжиров. Задумайтесь, основная цель диеты – не дать возможность повышаться давлению. И во всем мире, поскольку артериальная гипертензия – это часто встречающаяся проблема, даже диета лидирует. Место третье занимает очень интересный диетический план. Он называется флекситарианство. Что такое флекситарианство? В основе его лежит вегетарианство. То есть отказ от мяса. Но это такое, знаете, гибкое вегетарианство, когда мы вообще в принципе не едим мясо, но иногда, если очень хочется, то кусочек рыбы или кусочек мяса или немножко морепродуктов мы можем себе позволить. Это о диетах, которые способствуют укреплению здоровья, являются самыми популярными, они наносят минимальный вред и активно работают по снижению веса. Об интервальном голодании. По сути, интервальное голодание – это не диета, это план питания, потому что продукты в нем не оговариваются. Это план питания, в котором мы что делаем? Мы используем свою жизнь таким образом, что часть ее мы едим, то есть у нас есть пищевые окна, а есть паузы, когда питания нет вообще. Есть только вода. Самым оптимальным планом интервального голодания является план 16:8. Представьте себе, последний раз вечером вы поели в 16:00, и в следующий раз утром вы едите в 8 утра. То есть, по сути, с 16 вечера, с 4 часов вечера до 8 утра в вашем организме ничего нет. Это полностью пустой промежуток времени, голодный. Что происходит за это время? За это время в организм не только отдыхает от переваривания пищи, за это время в организме происходят процессы, которые называются аутофагия, самоочищение.
самоедение, самопоедание. Организм уничтожает те продукты обмена, те клетки, которые, возможно, не вполне состоятельные. Он как бы самоочищается. Это замечательный феномен, кстати, получивший в 2018 году Нобелевскую премию по физиологии японский ученый Йосинори Асуми, описавший феномен аутофагии, он получил Нобелевскую премию. Но в этом ведь нет ничего нового. Вспомните, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. То есть не доедайте ужин за врагом. Это не нужно, да? Если вы, как вариант, в ближайшие несколько дней просто отказываетесь от ужина, и это оптимальный вариант. Мне бы хотелось предостеречь наших телезрителей. Есть такой план интервального голодания, который заключается в следующем. Люди последний раз вечером едят 8 часов вечера и пропускают завтрак. И первый их прием пищи в 12 часов утра. Вот этот план, он очень распространен. И он очень распространенный среди тех людей, которые не любят вставать рано, которые любят долго спать, а потом поздно завтракать. И вы знаете, с точки зрения медицины и физиологии, это правда плохой план. Почему? Потому что завтрак – это самый важный прием пищи. Потому что завтрак – это то, что запускает наши метаболические процессы. Завтрак очень важен, очень нужен. И есть интересные научные работы, говорящие о том, что люди, пропускающие завтрак, гораздо чаще болеют сахарным диабетом второго типа. У них гораздо чаще встречается инсулинорезистентность, камни в желчном пузыре и целый ряд других проблем. Поэтому я за интервальное голодание. Я очень люблю эту систему, но при условии соблюдения вот некоторых правил. Мы пропускаем не завтрак, мы пропускаем ужин накануне. У фітнес-центрах після новорічних канікул зазвичай аншлаг, але у новий рік Україна входить з новим локдауном, тому до 24 січня спортивні зали зачинили свої двері. Тож, яка наразі є альтернатива спортивному дозвіллю? Да, это, вы знаете, такая штука очень известная. Обычно пик продажи абонементов фитнес-клуба как раз и приходится на конец января, начало февраля. И в очень многих фитнес-абонементах, да, там какие-то скидки, подготовь тело к лету. Вообще у нас это так очень популярно, то мы худеем к Новому году, то готовим тело к лету. Да, то есть не успели к Новому году, остается еще полгода для лета. Вот. Но в этом году вы действительно правы, произошла такая ситуация, что фитнес-клубы закрыты. Но это совершенно вообще не означает, что не нужна физическая активность. Она супер нужна, она не просто нужна, она необходима. И именно она позволит нам лучше адаптироваться вот к этому переломному моменту касательно сначала переизбытка калорий и отсутствия в нашем организме вот этого уровня насыщения. Ведь, вы знаете, голод и насыщение – это два физиологических процесса, отнюдь не на физических. Они не связаны с тем, что желудок полный или желудок пустой. На самом деле это четкая биохимическая реакция. Организм привык наедаться за эти дни. У него сформировалась определенная нечувствительность к уровню лептина, гормона, который стимулирует, вернее так, седатирует наш голод и поощряет насыщение. Поэтому, если мы с вами хотим, чтобы в нашем организме вот эти процессы, лептин, грелин, гормоны голода и насыщения, если сформулировали правильные взаимоотношения, чтобы чувствительность к инсулину была нормальной, нам обязательно нужна мышечная нагрузка. Притом не вообще в принципе какая-нибудь, а мышечная нагрузка циклическая. Знаете, я в этом контексте всегда говорю, выгуливайте свою собаку. Выгуливайте свою собаку каждый день, даже если у вас нет собаки. Представьте себе, что вам просто необходимо 3 раза в день ходить как можно большее количество шагов. И все у вас тогда получится. Это может быть ходьба,
Если у вас есть тредмил или велотренажер дома, you're welcome, пользуйтесь им. Если нет, то, конечно же, прогулки в парке, прогулки у моря. И вот на этих выходных мы могли наблюдать, что практически вся Одесса была на лонжероне, люди купались, люди гуляли. Вообще это хорошо на самом деле, ведь наш город обладает вот таким вот невоспроизводимым конкурентным преимуществом – трасса здоровья. Вы знаете, вот мы свои тренировки по скандинавской ходьбе, на которых вы были, кстати, да, очень большой хороший отклик на нашу передачу, многие видели. К нам даже вот на прошлой тренировке подошла одна дама, ее зовут Зинаида, она говорит, она подошла прямо к нам и говорит, вы Ольга? Я говорю, да. Я вас смотрела по телевизору, все, что вы сказали, меня устраивает, я хочу с вами заниматься. Я настолько поддерживаю, что я чуть не влезла в телевизор. Так что одесситы смотрят ваши программы. И вы знаете, что очень здорово, когда мы тренируемся вечером на трассе здоровья, трасса здоровья освещена как днем. Вы знаете, очень хорошее освещение благодаря городским властям. Вот прям респект за это вот, потому что людей гораздо меньше, а эффект, конечно, потрясающий. Воздух в море чистый, поэтому очень многие люди, которые считают, что вот вечером темнеет быстро, и уже выходить на улицу страшно и не нужно, обратите ваше внимание на возможность прогулок, длительных прогулок по трассе здоровья. Трасса здоровья освещена. Зараз вже прохолодно, найближчим часом ми очікуємо мінусову температуру. Чи є якісь елементарні вправи, які кожен може виконати вдома, зранку, ввечері? О, конечно, безусловно, мы можем делать упражнения. Что мы можем делать? Мы можем делать упражнения, которые работают на весь наш организм. Это всем известная планка, но хочу предостеречь. Мы становимся в планку на локти и на носки, но не стоим там больше минуты. Лучше это сделать 3 раза в течение дня, чем 1 раз в течение 5 минут. Начните с 30 секунд в планке, и будет вам счастье. Прекрасные упражнения мы можем для того, чтобы взбодрить и проснуться очень хорошо. Мы делаем часто на своих тренировках, мы делаем вибрационную гимнастику. Мы встаем на носочки и падаем на пяточки. Встаем на носочки и падаем на пяточки. И все наше тело дрожит и вибрирует. Конечно же, я рекомендую дыхательные упражнения и очень люблю дыхательную гимнастику Стрельниковой. Это прекрасная дыхательная гимнастика. Более того, обычные, нормальные, простые, любые упражнения, которые вы делаете утром, обязательно под музыку, будут работать на вас. И, конечно же, важно понять, что физическая нагрузка, как и все остальное, оно должно быть в удовольствие. И если вы найдете свой вид физической активности, который доставляет вам действительно радость, считайте, что вы победили. Після новорічних свят, зазвичай у людей збивається і графік сну. Ось як відновити правильний графік, досягти з цього результату, щоб сон став таким, як до Нового року? Звісно, замечательно, що ви підняли цей питання, тому що, безусловно, нормальний сон – це дуже важлива частина раціону, життєвого. Кстати, я не оговорилась, коли сказала раціону, тому що для того, щоб гормони голоду и насыщения работали как часики, да, нам обязательно нужно ложиться спать вовремя. Задумайтесь, с 23:00 до 2 часов ночи вырабатываются гормоны насыщения. Гормоны насыщения – тот самый лептин, который регулирует наши взаимоотношения с пищей. Запомните, если вы ложитесь спать после 1-2 часа ночи, вы можете вычеркнуть эту ночь из ночей, которые способствуют восстановлению ваших сил, молодости и здоровью. Как это сделать? Ну, во-первых, пункт номер 1. Обязательно переведите все ваши гаджеты в режим теплого света. Вы посмотрите, в ваших компьютерах и телефонах есть такая возможность. После заката телефоны будут светиться не синим цветом компьютер, а таким желтым, мягким, потому что вот этот вот цвет гаджетов, синий, белый цвет, он разрушает мелатонин, тот гормон, который нас заставляет уснуть. Во-первых, перевести компьютеры и телефоны в этот режим. А еще лучше за час до отхода ко сну отказаться от компьютеров и от телефонов. Пункт номер 2. Шторы с эффектом blackout, полностью закрывающиеся, не пропускающие свет. И, конечно же, своевременный отход ко сну. Для очень многих взрослых людей вовремя ложиться спать – это на самом деле колоссальная проблема. Да? И
запомните, с 23 часов начинается то волшебное время, волшебство ночи, когда включается гормональный оркестр. Значит, поэтому 22:30 нужно ложиться спать, и тогда нам легче будет проснуться и проспать то количество времени, которое нужно для взрослого человека. 7-8 часов – нормальное время сна. Рідко після того, як відгримляють новорічні салюти, останній святковий салат закінчиться, ми починаємо відчувати деяку спустошеність і тривожність. Психологи стверджують, що подібний синдром від новорічних свят виникає практично у кожної людини і називається післяноворічною депресією. Що це таке, чому вона виникає і як з нею боротися? О, такой серьезный вопрос, действительно. Возможно, мы не назвали бы это депрессией, действительно, как диагноз, который ставят психиатры, но некоторое разочарование, оно и нам, взрослым людям, хочется сказать украинскую, притаманно, свойственно. Почему? Потому что, действительно, мы ждем от праздника чего-то большого. Мы готовимся к празднику, мы инвестируем деньги, время, усилия, мы наряжаем елку, мы режем салаты, да, там, мы ждем этого чуда, а чудо опять не произошло, да? Поэтому, конечно, не нужно объяснять взрослым людям, что чудо на Новый год в любом случае не произойдет, да, мы все это понимаем. Просто для очень многих людей новогодний рубеж, он был, знаете, особенно в этом году, он был связан с тем, что люди ждали, что в прошлом году останутся все проблемы и заботы, а в этом году, в 21-м, начнется все иначе, все будет хорошо. И, конечно, что нужно сделать? Нужно сделать как максимально большее количество удовольствий, которые мы можем себе позволить вот здесь и сейчас. В эти удовольствия не должны входить такие не совсем легальные удовольствия, от которых мы сейчас уже целую передачу пытаемся рассказать, как выйти из них, да, в плане алкоголя и так далее. Найдите себе те удовольствия, которые реально вас смогут действительно поддержать. Но вот я сейчас задумалась, вот если составить круг возможных удовольствий, да, то здесь фактически вот тот период, который у нас существует, он нас очень во многом лимитирует. Да. Мы не можем так свободно общаться с друзьями, потому что есть какая-то определенная социальная дистанция. Мы уже вроде как бы переели на Новый год и перепили, поэтому эти удовольствия нам тоже недоступны. Что остается? Остается, конечно же, по-прежнему и книги, и фильмы, и физическая активность, и прогулки, общение с животными. Да, вот это все остается. И главное, конечно же, главное, вот психологический настрой. На самом деле, есть статистика, она не очень оптимистична. Она связана с тем, что люди вот сейчас, пережив этот один тяжелый год, связанный с пандемией, и вступая в год новый, да, в общем-то, конечно же, не видит света в конце туннеля. На самом деле он есть. Свет в конце туннеля в плане коронавируса – это все-таки ожидаемое вакцинирование, создание коллективного иммунитета, и ведь это не может происходить вечно, да, то есть как бы какой-то выход существует. Дальше, что касательно посленовогодней депрессии, здесь главное не бросаться из одной крайности в другую, да, то есть не находить себе большего количества проблем, стараясь выйти из депрессии. Совершенно легальные методы, которые связаны с позитивным отношением к себе и поддержанием себя в это непростое время на самом деле, но я вам хочу сказать, что вот уже выйдя на работу, многие из нас вернулись в этот ритм, и я думаю, что обязательно все будет хорошо, потому что мы так ждали наступления года 2021, так много надежд мы связывали с наступлением этого года, что просто иначе быть не может, все обязательно будет хорошо. Так, дякую вам, пані Ольго, за що допомогли нашим телеглядачам правильно розставити кроки виходу з такого новорічного свята. Я нагадую, що в студії репортеру була професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації Одеського національного медичного університету, лікар спортивної медицини вищої категорії та ЛФК Ольга Геннадіївна Юшковська. Дякую вам ще раз. Тепер ми з впевненістю можемо сказати, що Новий рік – це така відпустка, з якої дуже складно вийти, але потрібно. Тож дотримуйтесь здорового сну, правильно харчуйтесь та займайтесь спортом. Поки що вдома чи на відкритому повітрі. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь на телеканалі «Репортер».